Во вторник новый представитель нашей области в Госдуме Валерий Иванов встретился с бывшими ивановскими политиками, общественными деятелями и почетными гражданами. У так называемых старейшин он попросил совета, на что в первую очередь обратить внимание на новом посту. У меня только будет пока одно, пока, Валерий Викторович, одно к вам обращение от детского фонда. Вот вы знаете, ну неспокойно на душе, ужасно. Какая-то дикая обстановка по отношению к детям. А где реакция-то? Жесткая должна быть, скорая и правильная реакция. А вот экс-губернатор Владислав Тихомиров посоветовал акцентировать внимание на экономике края, а именно на текстильной отрасли, переживающей сейчас не лучшие времена. Если закон будет принят о том, чтобы все-таки ввести квоты на ввоз дешевой, а она будет какое-то время дешевой продукции сейчас особенно при вступлении в ИТО, вот это будет гораздо важнее для наших текстильщиков, а значит для всех, так сказать, ивановцев, чем вот те махание руками, что вот я приехал, я привезла. Не надо нам этого. Копейки Ивановской области не нужны. Я помню те периоды, когда Ивановская область одна кормила 29 областей Советского Союза. 29. Вот мы не нищие были, а сделали нас такими. Но надо выходить из этого. Новый депутат Госдумы не случайно обратился именно к этим людям. Большинство из них являются членами общественной палаты, которую он возглавлял в течение последних 6 лет. По общему мнению старейшин, то, что в Госдуме Иванова будет представлять депутат Иванов, несомненно, хороший знак. Наталья Романова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.